Приветули, мои хорошие. Сегодня были в пятерочке с подругой. Я не знаю, блядь, что это за эпидемия такая. Но у нас все повально покупают гречку. Вы знаете, помните, одно время такое уже было, когда гречка стоила чуть ли не 100 рублей. У меня такое ощущение, что это время наступает обратно. Нету масок. Как я занимаюсь ногтями, магазин, в котором я постоянно закупаюсь, выложил пост, что якобы в связи с тем, что перепродают, масок одноразовых нет, неизвестно, когда будут, благо у меня есть. Дезинфекторы продают 1 литр в одни руки, перчатки не более 2 пачек в одни руки. Вот это такое ощущение, блядь, ну честно, вообще, это просто пипец. От коронавируса вроде бы как по статистике умерла из всего всей земли 1 миллион. А скажите, что такое для нас 1 миллион? Ну, на мой взгляд, такого прям вот еще пока что нет. Но люди покупают масло, гречку. У меня подруга сейчас ездила, купила масло, гречку. Сейчас были в пятерочке. Продавцы работают в перчатках. Прям там вообще прям. Не знаю, как и что будет дальше. На мой взгляд, это все вообще, блин, такой бред, ну честно. Поживем, увидим. А как вы насчет этого думаете?